Загадка. Пароход на реке. Глядя на рисунок, ответьте на следующие вопросы. Вопрос первый. Вверх или вниз по течению реки идет пароход? Деревянные треугольники, на которых установлены бакены, углом всегда направлены против течения. Следовательно, пароход плывет вверх по реке. Вопрос второй. Какое время года изображено на рисунке? На рисунке показана стая птиц. Они летят в виде угла. Одна его сторона короче другой. Это журавли. Стайный перелет журавлей бывает весной и осенью. По кронам деревьев на опушке леса можно определить, где юг. Они всегда разрастаются гуще на той стороне, которая обращена к югу. Журавли летят в южном направлении. Весной журавли прилетают, когда на деревьях листьев нет. Значит, на рисунке изображена осень. Вопрос третий. Глубока ли река в этом месте? Матрос, стоя на носу парохода, шестом измеряет глубину фарватера. Следовательно, река в этом месте мелкая. Вопрос четвертый. Далеко ли пристань? На рисунке мы видим, что группа пассажиров взяла вещи и приготовилась сойти с парохода. Следовательно, пароход причаливает к пристани. Значит, пристань недалеко. Вопрос пятый. На правом или на левом берегу реки пристань находится? Отвечая на первый вопрос, мы определили, в какую сторону течет река. Чтобы указать, где правый, а где левый берег реки, надо встать, повернувшись лицом по течению. Мы знаем, что пароход причаливает к пристани. Видно, что пассажиры приготовились выходить на ту сторону, откуда вы смотрите на рисунок. Значит, ближайшая пристань находится на правом берегу реки. Вопрос шестой. Какое время дня показано на рисунке? На бакенах фонари. Раньше их ставили вечером и снимали рано утром. Сейчас фотоэлементы включают и выключают фонари. Видно, что пастухи гонят стадо в селение. Отсюда делаем вывод, что на рисунке показан вечер.